идем дальше. На следующий период. Возраст игры от 3 до 6 лет. И здесь, значит, мы людям уже сказали, к маме и к папе добавляется еще и бабушка, дедушка, старшие братики, сестренки. То есть для них это уже авторитет. То есть ребенок те люди, слушается. Которые вхожи в ваш дом. Те, которые могут влиять на ребенка, которых он слушается или не слушается. Понимаете? Но они вхожи в ваш дом. Раз они вхожи в ваш дом, они оказывают на ребенка влияние. Хотите вы или нет. И если складывается все нормально и благополучно для ребенка, у родителей, у дедушки с бабушкой, у старших братиков, сестренок, там, у дяди, у тети, одни и те же требования к ребенку. Одни и те же, повторяю. И нет такого, что бабушка говорит, вы своего ребенка накажите, он меня сегодня не слушался. Вот вы ему сказали, туда лазить нельзя, а он лазил. То есть это все у ребенка идет полный разброд. Почему? Потому что у бабушки одни требования. И она ему разрешает туда лазить. А мама с папой в глазах ребенка вдруг выставляются монстрами, инструментами наказания бабушки. Понимаете, вот какая путаница происходит в голове у ребенка. Если в одном доме что-то делать можно, в другом доме что-то делать нельзя, это еще можно как-то ребенку понять. У бабушки с дедушкой. Ну, если у бабушки с дедушкой в доме, как бы вдруг бабушка начинает тащить какие-то принципы отсюда, причем сама им не следует, у ребенка возникает путаница. У нас было такое время, когда мы были в прямом эфире, на 2 часа мы нашего Мишуту отвозили к нянечке. И мы говорили, Мишута, вот этой тете Вале, мы разрешаем тебя дисциплинировать в течение этих 2 часов. Вот мы принесли твой ремешок, твой друг, который помогает тебе вести хорошо себя хорошо. Вести. Если ты будешь плохо себя вести, мы решаем тете Вале тебя она 2 раза. Она знает все требования. Да, ремешку. Он четко это знал. То есть, и мы Вале говорили, Валь, если вдруг он тебя не слушает, потом нам не говори. Он меня не слушается, накажите его. Мы тебе оставили все полномочия. Он в нашем доме, да, наказан только мы. В нашем доме, в нашем присутствии, мы никому не позволяем. Бабушке, допустим, или дедушке, говорит, с вами сидит, бабушка и дедушка должны это делать. Так вот, если отношения складываются все нормально, тогда у ребенка он выбирает для себя личную инициативность. Он хочет что-то сделать, чем-то помочь. Он не боится неудач. Он не боится проявлять инициативу. Он знает вот эти разумные границы, которые установлены для него, они незыблемы. И тогда у него формируется целеустремленность. Если же он видит такой полный разброд. Мама, папа, дедушки, бабушки. И не поймешь вообще, что происходит в этом мире. Тогда у него формируется выбор его какой? Это вина и страх порицания. Что-то я сделаю, а меня накажут. Лучше я делать этого не буду. И тогда у него формируется заторможенность. Лучше я этого делать не буду. Вот я там когда-нибудь там пилю или там что-то пытаюсь сколотить, там табуретку или еще что-то. И вот у меня Мишутка с веником бежит. Папа, я сейчас тебе помогу мусор убрать. И начинает эти опилки. Потом неделю я выгребаю из всех углов. И я выгребаю тоже. И только. Ну, я первый день, а потом Надя в основном. Без меня обходится. Но тем не менее. Молодец, Мишутка. Ты помогаешь, молодец, давай. Пускай эти опилки по всей квартире валяются. У нас Мишута точно знает. Если он не включит стиральную машину в пятницу вечером, вся семья наша будет ходить грязной. Потому что это только он включает машину. Больше никто. И если он не включил в пятницу вечером, за него никто не включит, ему придется ее включать в субботу. Понимаете? То есть у него есть какой-то круг обязанностей, вот именно каким образом родители формируют вот эту вот целеустремленность, чтобы ребенок проявлял инициативу. Уже с этого возраста нужно, чтобы ребенок занимался значимой деятельностью. Вот значимая деятельность, вот возраст игры, это не значит игра исключительно в футбол и в фонарики, там и в подводные лодки, нет. Здесь, кроме всего прочего, должна быть еще и значимая деятельность, в которой ребенок уже в этом возрасте будет инициативен. И будет ее выполнять по дому. Мы можем сказать, что, скажем, вот в нашей семье вот этот вот момент был упущен относительно нашей младшей дочери Ольги. Когда у нас Оля родилась, Насте было 1,5 годика, но она сразу стала старшей сестрой. А Оля автоматически стала младшенькой. На все последующие годы превратилась в сестру младшую. И вот где-то уже, наверное, в 9 или в 10 лет мы говорим, Оль, помой, пожалуйста, посуду, а включите мне колонку. Говорим, да ты что, ты здоровая девушка, ну ты сама включи. А вдруг взорвется? А вдруг спички не так загорятся? Сходи в магазин, а пусть Настя со мной сходит. Я боюсь, денежки потеряю. То есть, вы понимаете, и мы... Настя у нас уже одна в 4 года ходила в магазин, но она старшая сестра. Но они вдвоем это ходили, да. И это мы нельзя. Поняли, что нечего ругать на Олю. Одно время мы на нее ругались, а потом в какой-то момент мы осознали. Это наше упущение. Мы сами нашу младшую сестру воспитали. Вот этот возраст игры мы упустили. В этом возрасте мы ее держали на уровне маленькой.
И все время, если что-то Оля инициативу проявляла, поговорили, иди сделай с Настей. Настю спроси, сделайте вместе. Все, в этом возрасте Настя у нас еще тот инициатор. В ней действительно целеустремленность вообще, знаете, на все 100. Оля... Страх порицания. Вдруг что-то не получится. Вот такая заторможенность. Нет, лучше вы сделаете это. И лучше Настя. А почему я? И это в ней было, вы знаете, до самого последнего времени. Вот пока вот... нас Бог не увел в Москву. Она и... осталась вообще одна. Хочешь тормози, хочешь не тормози. И вот это может, в ней сформировалось одна. Только в те 2 года, представляете? То есть мы уезжали в Москву, и, честно говоря, нам даже Настя говорила, родители, слушайте, как вы Ольгу одну оставляете? Ну, а у нас как такое вот получилось. Оля с нами не поехала, а не ехать нам уже нельзя было. То есть мы сначала говорим, ну, может, поедешь с нами? Но она училась в университете. Мы говорим, давай отказалась. Мы узнаем в университете, можно перевестись или нет. И пока мы узнавали, пока... Время ушло. Вот это все шло. Время ушло только на следующий год. А на следующий год она говорит, а что я поеду? Я тут уже, у меня и друзья, и служение. Я с вами не поеду, то останусь. И вот это у было уже 2 года, вот это когда все это сформировалось, представляете? Вот, вот такие кардинальные методы. То есть мы для чего это говорим? Мы говорим это в том, что если вдруг где-то что-то упущено, это не значит, что это нельзя восстановить впоследствии. Можно. Просто это будет делать труднее. Если, скажем, все нормально в жизни ребенка, как это было у Насти в этом возрасте, у нее сформировалось само, Оля потом прошла через многие-многие сложности, прежде чем у нее это сформировалось. То есть понятно мы вот это говорим, да? То есть это можно воспитать в себе, но уже с большими скорбями. Как родители реагируют на жалобы детей? А вон Петька, брат мой, он мне игрушки не дает. Как вы, родители, реагируете на такие ябеды? Отдай. А? Петька, отдай. Петька, сейчас же отдай. Еще как вы реагируете? Чего ябедничаешь? Ябедничаешь. Чего он у бабушки разбирайтесь сами. Чего он у бабушки крылья отрывает? Не ябедничай. Идите сами разбирайтесь своими игрушками. А вы понимаете, ребенок столкнулся с несправедливостью. Ну, Петька должен игрушками делиться? Это же несправедливо. И первое, вот, что нужно вот сделать... Вот сказать ему, какое у тебя хорошее сердечко. Ты смотри, ты увидел несправедливость. Он должен делиться действительно игрушками. Или там отрывает у бабочки крылья. Правда, ты чувствуешь эту боль. То же самое, что чувствует бабочка. Ты молодец. А потом идти к этому. А потом Петь. Уже идти разбираться с Петькой, там, с Васькой, с бабочкой. Ну, с этой... вы подходите к Пете, который отрывает эти крылья у бабочки. Как мы реагируем? Как ты смеешь? Я сейчас самому руки поотрываю. А может быть, разобраться? Может быть, сказать, а зачем ты это делаешь? Может быть, Петька просто хочет изучить конструкцию этой бабочки? Где там у нее батарейка, где эти как они машут, штучки, что? Которые машут крыльями? Так, может быть, сначала ему объяснить и похвалить его. Слушай, это хорошо, что ты мне... Любознательный, сын. Но понимаешь, эта бабочка живая, там у нее никаких шестеренок нет. Вот, и давай вот больше так не поступай, не надо живым существам... Там боль, да, причинить. Если хочешь что-то узнать, приди ко мне, вместе разберемся. Ну, знаете, вот когда он в следующий раз будет отрывать крылья, это уже другой разговор. Но сначала, если в первый раз похвалить за любознательность, если она там действительно присутствует. То есть, понимаете, вот мы, родители, часто как раз вот больше на негатив склонны, нежели на позитив. То есть нужно просто себя конкретно контролировать. Ребенок пришел из школы и говорит, я получил 5 по географии, 5 по русскому, 5 по чтению, 5 по английскому, 3 по алгебре. А что 3-то? Понимаете, вот 5 пролетели. А что 3-то? Понимаете? А если еще 2, так тут вообще. Пролетели, понимаете? Про 5 вот даже забудем вообще. 3-то еще ладно, как-то можно. То есть вот скоро на критику, но почему-то медленно на похвалу. Все. Вот в этом возрасте нужно вообще четко за этим следить. Мы сейчас, нет, мы сейчас пока находим мы пока 3-6. Ну, дело в том, что в 6-летнем возрасте ребенок тоже может какие-то... Просто мы немножко перескочили, дальше, в общем-то, это все то же самое касается. Нужно учить детей себя защищать. Вот именно в этом возрасте начинается защита самого себя. Мы не говорим о том, что нужно там давать сдачи, быть ребенку агрессивным. Вообще мы против самого вот этого самой фразы. Дай сдачи. Дай сдачи – это месть. А вот умей защищать себя. Это нормальное выражение. То есть сначала предупредить, что если ты будешь ко мне задираться, то ты можешь получить. Потому что я запрещаю тебе со мной так разговаривать. Мишуньке вот. Мы нашим, например, конкретно сказали, и девочкам и нашим говорили. Они в этом возрасте у нас ходили, занимались ушу. Вот, они конкретно сначала предупреждали. Особенно наша Настя, например, она могла все снести, но когда ее обзывали очкариком, этого она не сносила. Она предупреждала. Говорит, я тебя предупреждаю. А потом просто припечатывала. Вот. Но этим она защищала себя. Миша наш, мы конкретно говорим, Миша, тебе Господь дал кулачки для того, чтобы ты не позволял себе обижать и защищал других более слабых. Ты не должен лезть. Покажи кулачки. Не вот. Должен мстить, давать сдачи. Но ты должен себя защищать. Предупреди сначала, потом скажи, что ты
применишь силу, если тебя будут дальше задирать, и после этого уже применяй. Обязательно. Понимаете? Даже против взрослых людей. Вот я своим дочерям так говорил. Они приходили в садик, у нас там было две воспитательницы. Одна такая добрая, такая, ну, женщина, которая любит очень детей, нормально. Такая. Все. А к другой они, ну, никак не хотели идти. Они ее как только видели, бились в истерике. Она и кричала на детей, не только на наших, вообще бежала на детей. Вообще. Могла там их просто шла мимо, шлепнуть кого-нибудь и идти дальше, потому что на дороге стоит, мешается. Она торопится. Очень грубая такая. Ну, она была чье-то протеже, ее не, как бы вот на нее жаловались, но ее там держали. И вот они никак не хотели дойти. Я говорю, так, девочки, запомните вот это предложение. Повторите сейчас за мной его. Я вам запрещаю на меня кричать. Я маленькая, вы большая. Если я себя плохо веду, скажите об этом папе. Он придет вечером. И эту фразу девочки вычили наизусть, знаете, как стихотворение, уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу. И вот это тетя начинает на них там, я вам запрещаю на меня кричать. Вот такие вот. Работало. Знаете, как работала? Она не кричала никогда в жизни. Я маленькая, вы большая, на меня нельзя кричать. Более того, так стали говорить другие детки. Видите, как? Понимаете? То есть, ну, у детей это быстро передается. Мы должны этому научить наших детей. Мы родители. Если мы это все вот пустим, так сказать, на само, как вот, на самотек. На самотек, ничего хорошего не будет. Наши дети просто, ну, вот ни инициативы, ни целеустремленности не сформируется. Но опять, если не сформировалось, мы еще раз хотим сказать, что это возможно потом. Вот опять, вот мы пример тому, да, вот, ну, по поводу семьи, там, родителей. Вот я росла. У меня был папа. В моей семье были папа и мама, ну, там, многочисленные, там, бабушки, да. То есть я была любима, в первую очередь, там, папой моим, да. Вот в моей жизни вообще так было. Вот у меня был один любимый мужчина в моей жизни, когда мне исполнилось 17 лет. Я 19. Ну, ты появился в моей жизни 18 лет. Ну, 18, да. Да. У меня появился другой любимый мужчина в моей жизни. То есть вот у меня так. И понятно, что у меня, понимаете, само сформировалась и воля, и целеустремленность. То есть вот этот вот выбор мною сделанный в пользу самостоятельности, личной инициативности, он произошел сам. Потому что я всегда была папиной вообще любимой дочкой. А у меня папы не стало, когда мне было 6 лет. Он просто нас с матерью выгнал из дома, привел домой любовницу, а мать этому возмутилась. Он начал нас обоих избивать и просто выгнал из дома, и все, больше мы туда не вернулись. То естественно, есть... что отца у меня не было, начиная с 6 лет. Вот как раз с того самого возраста. А до этого был папа алкоголик. А до этого был папа алкоголик, его не было, как воспитателя моего. Поэтому у меня ни воли, ни целеустремленности в жизни не было. Для меня было вот, а что подумают люди вокруг? А что они об этом скажут? И вот вот я принимаю решение, а соответствует ли это решение там вот братскому совету, например? И как вот, он на это посмотрит? Когда мы поженились с Мишей, вот особенно, да, вот мне тоже эти вещи особенно в нем раздражали, да. А уж когда мы начали вместе нести служение, мне это особенно, вот, знаете, прям вот, ну, выводило из себя. Миша говорила ей, ну, ты знаешь, что вот так поступить правильно. И мы все равно так поступим. Зачем тебе идти и спрашивать мнение? Ты и так знаешь, что этот скажет «да», это скажет «да», это покачает головой, это скажет «вы что?». Но мы все равно поступим так, потому что с собой так решили. Зачем ходить и спрашивать? Понимаете? На всякий случай. И меня на всякий случай. Понимаете, он говорит, мне вот легче, вот если я вот на всякий случай пойду. И я просто потом уже я это поняла. Понимаете, у меня-то это сформировано, а у него-то нет. И вот действительно Бог нам дал вот друг друга. Но сейчас он уже вообще не работать над вперед. Со своими, со всеми решениями. Я порой испытываю где-то какие-то сомнения, Миша уже так. Вот, то есть, понимаете, то есть это возможно потом впоследствии все это сформировать. Поэтому вот сейчас каждый из нас посмотрите внутрь себя. Действительно, если чего-то вы чувствуете, действительно нет в вашей жизни. Все восполнимо. Все восполнимо. Но должно быть единство в отношении папы и мамы, в отношении воспитания детей. Вот расскажи про случай с самолетиком у Миши. Да, вот по поводу вот этого тоже интересный был случай. Буквально просто вот недавно. Мне позвонила моя дочь, говорит, сейчас тебе позвонит твой сын и расскажет про самолетик. Ты его там сильно не ругай, но там, в общем, говорит, ты поймешь, он тебе все расскажет. А ему 4 годика, еще 4 не было. А Миша как раз у нас был в Сингапуре, вот папа наш. А то, значит, что происходит? Обычно, значит, Миша звонит домой, и Мишутка первый бежит к телефону, я хочу поговорить с папой. А это значит, папа Миша звонит домой, а наша Мишутка, не буду с папой разговаривать, не хочу. Я занят, я устал. Знаете, тоже это странное.
А потом, значит, что выясняется? Я начала так спрашивать, что такое, что у тебя произошло вчера, позавчера, что выяснилось? У нас там есть самолетики, у нас папа очень любит собирать модельки самолетиков, у нас дома очень много разных сложных моделек. Вот. Клеит. Клеит, да, очень нравится. Вот, и все эти модельки у нас, значит, стоят на специальной полке, и Мишутке маленькому было сказано, эти самолетики тебе нельзя брать, когда ты один, можно только с папой. Вот с папой можно, без ну, папы не трогай. Ну, они там такие, там и антенки приклеены очень тоненькие. Ну, и вообще, это не твое, это папина. Поэтому трогать можно только с папой. А эти самолетики, они такие прелести, это прям притягивает этого, нашего ребенка. Тем и более вот он, нельзя. Тем более, да. А тут одному. Еще, а тут еще и папы нет. И вот он, значит, полез на эту полку за этими самолетиками. И тут полка накренилась, значит, самолетики упали, и все, значит, рассыпалось. Он в испуганном состоянии. Приходит дочь Оля, она как раз в это время с ним была. Вот, и она ему говорит одну единственную фразу. Мы сейчас это соберем и положим, а папа приедет, он с тобой разберется. Казалось бы, ну, хорошая фраза. Папа приедет, разберется, я тебя надо доказывать не буду, пусть папа приезжает. И вот когда я это узнаю, а мне как раз дома не было, то есть я как бы вот эту ситуацию наблюдала. То есть я вот это, мне Миша это как бы сказал, что было. Я говорю, Оль, ты правда ему это сказала? Да, мама, а что? Я говорю, Оль, ты не представляешь, что ты сейчас сделала? Ты сейчас вбила клин между сыном и отцом. Вот что ты сейчас сделал. Вот и теперь ребенок фразой. С ужасом ждет возвращение папы. Как ребенок должен дать возвращение папы? С радостью. А ребенок сейчас ждет сын. Страхи. Страхи и ужасе. Поэтому, если это произошло, Оля, вот в данный момент ты была с ним, ты должна его и наказать. Вот этот вот, вот эту вину и вот этот страх наказания ты должна была в тот момент снять. Взять ремень, как Миша знал, что нельзя. Сколько раз? Ну, о наказании будем говорить, да, позже. Но на тебе это было. Ты должна была сразу снять. Не надо вот это вот чувство вины. Представляете, это за два месяца. А оно насколько у него увеличивается, вырастет. Увеличивается, он все даже больше и с больше. Папой не хочет по телефону разговаривать. Я говорю, давай что-то думать, исправлять. Ну, стали с ним думать. Я говорю, так, вот надо, чтобы он папе позвонил это, да, и сказал. Мы ему говорим, Миша, позвони папе, скажи, что разбил самолет. Не буду. Приедет. Расскажу. Представляете, то есть он тянет, он оттягивает время кары, мести, я там не знаю чего. Представляете, у маленького ребенка, у него же в голове каша полная по поводу... Ну что, убийство произойдет, папа приедет, все убьет. Понимаете, то есть все, вот, представляете, насколько у ребенка вот это все выросло. И потом все-таки мы его уговорили, что папа тебя простит, потому что папа тебя любит, но вы с папой вместе найдете решение. И вот это вот слово «решение», оно было, знаете, вот, ну, таким переломанным. Он все-таки согласился папе позвонить, после этого Оля, значит. Ну, сначала Оля мне позвонила, сказала, сейчас он позвонит тебе, там вот с малечком проблема произошла, ты там вот, ну, скажи, какое решение вы примете, потому что мы его уже за это наказали. Вот. И потом, там, через час, по-моему, он звонит мне и говорит, пап, ну, вот я там полез за твоими самолетиками, там вот они упали, ну, я-то уже знаю, что произошло, да, я говорю, ну, ладно, Мишут, ты не расстраивайся, самое главное, знаешь, что я тебя люблю, я приеду, и ты мне поможешь их склеить опять заново. Он, ну, я же не умею этого делать. Я говорю, так я же буду вместе с тобой, и мы вдвоем эти самолетики склеим, я тебе покажу, как это делается. Он, правда, я говорю, да, все замечательно. Он тоже, знаете, радостный прибежал, говорит, мама, представляешь, папа мне сказал, что, чтобы я так больше не делал, чтобы я вас слушался, мне теперь правда буду слушаться, и я сам исправлю поломанные самолетики. Да. Ну, то, что, допустим, ваша дочь сказала вот эту фразу, папа с тобой разберется, конечно, она многих приводит дрожь, потому что, особенно в русском лексиконе, я так, насколько понимаю, уже сейчас все больше и больше разберется. Это да. Значит, уже что-то негативное. Да. Крутые разборки. Да. Вот. Но у меня возник вопрос. Насколько правомощна вот именно дочь, все-таки она его сестра, наказывать, и не возник ли у него неприязнь к ней, потому что все-таки он, да, сын, или, то есть, он понимает, что она все-таки родители, это родители, а это хотя и старшая, но моя сестра. То есть вот этот момент. Вот эти два вопроса, насколько она правомощна и не возникла ли у него неприязни. Вот когда мы будем говорить о дисциплинировании детей, мы будем говорить, почему это должно происходить сразу, и причем это могут делать в том числе и, ну, например, старшая сестра или бабушка. Это те люди, на кого оставляют родители. То есть, скажем, вот я, когда уезжал, папа уезжал, он с Мишей конкретно сказал, Миша, вот мама, пообещай мне, что ты ее не будешь обманывать, пообещай. Понимаете, а он вообще, мы так его сразу, в него все время вкладываем. Ты мужчина, если ты настоящий мужчина не обманывают.
Вы знаете, для нашего сына вообще сказать «обещаю» очень сложно. Потому что он знает, если он пообещает, знаете, вот хоть как, но он это выполнит. Вот такой маленький, понимаете, но слово... И вот из него вырвать что-то, чтобы он говорил «я обещаю», но он не хочет этого обещать. Знаете, как трудно с него вырвать «обещаю». Но если нам это удается, это может быть 100% уверен. Даже вот что контролировать сделает? Не надо. Он это сделает. И вот когда Миша уезжал, он, значит, ему сказал так «пообещаю». Я уезжала, сказала: «Миша, вот Олечка, старшая твоя сестра, она теперь будет с тобой, она за тебя отвечает. Обещаю, что теперь ты ее будешь слушать. Мы будем звонить, мы будем Олечку спрашивать, будем спрашивать тебя, но она остается. И мы Олечке оставляем право, если ты не будешь слушать, тебя наказывать». И неприязнь к сестре не возникает из-за того, что вина у него снимается сразу. Он не вынашивает эту вину, то есть он получил наказание, и дальше отношения строятся опять нормально. Но мы об этом будем говорить в дисциплинировании детей. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. Мы считаем так, что в присутствии родителей никто не имеет права, ни один человек, делать замечания нашим детям. Пускай нам делают замечания. Вот мы именно нашим детям детей. Конкретно, потому что если мы позволяем всем кому угодно делать нашим детям замечания, наши дети превращаются в грушу для битья. И вот особенно вот в этом возрасте игры. Просто мы в церкви порой замечаем. Ребенок бегает, все, кому не попадя, ему делают замечания. Подойдите к родителям и скажите родителям, вы видите этого ребенка. Понимаете? То есть в результате, да, родители могут быть разные. Но значит, родители дисциплинируйте. Но ребенка в этом возрасте такие вещи ломают. И это не только в маленьком возрасте, это и потом. Вот когда наши девочки росли, им делали замечания по поводу распущенных волос, по поводу там разрезов на юбке, по поводу там еще чего-то. Вот они каждый раз, мы их научили, и Миша им сказал так: кто бы вам не подошел? Вы говорите так: папа одобрил мой внешний вид, тут все вопросы к нему. Потому что это каждое утро, прежде чем куда-то выходить, то же самое дома, говорили они всегда Наде, подходили к нему. Когда к Наде говорили все. Там, почему нет косынки, почему сережки там, почему так, почему сяк. Я говорю, все вопросы ко мне, все. Ему нравится, как я выгляжу. Понимаете, то есть, ну вы своих детей вот обезопасьте, а вот от вот этих вот, будем так говорить, немудрых нападок. Но если вас рядом нет, ваши дети должны знать, что сейчас за место вас остался, они не брошены. Потому что состояние брошенности – это еще хуже. Вы оставили вот на этого человека, ему поручили ваши какие-то функции.